Попробуем разобрать трудность этого человека, который вышел в эфир, что его интересует, как бы дать рекомендации по работе. Так, ну что, ветер мысли выдувает, надо мысли в кучу собрать. Подумать, о чем вам рассказывать. Как у человека, формируется убеждение, у человека формируется убеждение, как мы когда проговариваем некую аффирмацию, то есть речевая структура, точно так формируется убеждение и при поведении. Почему? При вот этих расстройствах нужно как себе говорить и также делать поведенческую активность. То бишь ты боишься, но ты идешь туда, в то, во что ты боишься. Вот так это происходит. Только прохождением, проходами формируется новое убеждение. Мы получаем новый опыт, и мозг наш фиксирует это. Он фиксирует, он сначала боится, но раз за разом, когда мы проходим как бы свой страх, вот на примере агорафобии, вы боитесь ездить, например, на транспортных средствах, и когда вы идете в маршрутку, к примеру, у вас появляется страх и тревога, но выдерживая вот эту тревогу и страх, первое, что мы делаем, мы как бы вступаем в такой диалог со своим мозгом. Мы ему объясняем, что в этом страшного ничего нету, но у вас все равно присутствует страх, у вас сильная тревога, но вы все равно идете в свой страх. И вот так, делая раз за разом, у вас будет формироваться новое убеждение, что там опасности нету. И с каждым разом реакция нашего мозга на эту ситуацию будет становиться все меньше и меньше. То бишь тревожность в нашем мозгу и в нашем теле, она начнет уменьшаться. Тревога у человека происходит под влиянием страха. Чем сильнее страх, тем у человека сильнее тревога. Чем выше страх, тем сильнее тревога. И чем меньше страх, тем сильнее тревога. Кто из вас уже тренировался, может обратить внимание, что страх еще влияет на нашу сердечную мышцу. Чем выше страх, тем сильнее бьется сердце. Чем меньше страх, тем сердечные удары, они, вот эта яркость, она уменьшается, и сердце уже меньше и меньше интенсивность и сила вот сердечных вот этих ударов. Вот что происходит. Это на сердечную мышцу влияет страх. Это нейроадреналин. Вот. И когда мы страх убираем, понижая тревогу, то и сердце уже у нас получается, вот частота этих сердечных и яркость ударов становится меньше. Поэтому в тревоге, когда человек находится в тревоге, у него идет когнитивные искажения, то есть неправильные трактовки, мозг ломает мышление и происходят такие моменты, неправильные трактовки ситуации, неправильные суждения в ситуациях. И, как правило, они изменены, они как бы получаются обманчивы. Как бы мозг трактует: туда не иди, там опасно, туда не ходи, там опасно. Это не делается. В мозговом воображении все опасно. Что бы ты ни делал, все это в его трактовке воспринимается как опасность. Поэтому человек на тревоге, он абсолютно не уверен, становится неуверенным в себе. И поэтому вот эта неуверенность плюс мозговые вот эти трактовки опасности. И вот так человек доходит до такого состояния, что полностью может закрываться в доме. То бишь в каком-то помещении и не выходить. Потому что у него уже все там начинается, агорафобия.
и так далее. И человек замыкается в квартире, для него мир опасен. У меня даже было, что как бы твоя квартира, твоя тюрьма, у тебя в одной комнате плохо было тебе, это мозг все помнит, запоминает, он вспоминает, у тебя сразу тревога, страх, и вот так тебя гоняет по кругу, потому что в фиксировании твоего мозга у тебя получается кругом все опасно. Зачастую людей начинает происходить на долгом стрессе происходить дереализация и деперсонализация. Это когда восприятие мозга идет уже как бы такая неадекватность. Мы видим уже неадекватно внешний мир. У нас он плывет, меняются, тускнеют картинки, что-то переворачивается. Иными словами, идет полностью вот такие уже искажения, наши зрительные искажения, что получается такая вот чехарда, такая ерунда, и человек начинает этого бояться. И вот так вот он начинает бояться того, что с ним происходит, и вот так человека гонит страх. Он страх человека гонит, мозг так устроен, что мы боимся, он боится того, чего мы не знаем. Вот так это устроено. Это не только в тревожном расстройстве, но это так устроен мозг и в жизни. Если у нас есть какая-то неизвестность, вот, например, если нам нужно идти в темноту, в темноте мы не знаем, что находится, и у нас это вызывает страх. Страх, то есть мозг боится неизвестности. И поэтому с человеком происходят вот эти разные вещи, и человек начинает этого пугаться, и таким способом мы закручиваемся как бы полностью вот в эту ловушку, мы полностью из-за своего страха, неправильно все трактуя, то есть даже не то, что неправильно трактуя, а скорее непонимание того, что с тобой происходит, и вот таким способом тебя вкручивает полностью в страх, мозг тебя вкручивает полностью в страх. Так, Ольга, здравствуйте. Вкручивает страх, и вот так человек попадает, как бы сказать, вот почему говорят, как бы раскрутить клубок, вывести человека, то есть вот это, во что попал человек, там такой получается клубок разных мыслительных трактовок, неправильных объяснений ситуации, реакции на ситуацию, и вот это все создает такой клубок, который нужно начинать раскручивать, чтобы человека вывести с этого состояния, нужно начинать раскручивать вот этот клубок. Как раскручивается клубок? Он раскручивается именно по тому вопросу на данный момент, который волнует человека. Волнует человека, и вот ты ему объясняешь, что как происходит, и постепенно человек, понимая, что происходит, что с ним происходит, он, когда получаешь объяснение, страх твой понижается, понижается страх, понижается тревога. И вот плюс разные методики там работы с мыслями, работы там с психосоматикой, объяснения плюс тренировки мозга, и вот так постепенно начинает человек вот выходить с этого состояния, в котором он находится. Давайте еще коснусь я по препаратам. Препараты, они облегчают у человека его состояние, как бы дают немного такое облегчение, но препараты, они не решают вот проблемы, они не решают проблемы. Да, на легкой стадии, когда человек еще не сильно вкручен, например, там на каких-нибудь еще первые месяцы там у него панические атаки, и ему там прописали препараты, он пропил, вот это как бы препараты сбили остроту вот этого восприятия, да, человек еще может как бы выскочить с этой ситуации, либо там поменял место жительства полностью, вот убрал все триггеры,
которые он наделал себе за какое-то время, триггеры, это место там, где, например, приведу на примере, триггер — это где человек получил испуг. Вот это называется триггер. Триггер. То есть, если при переезде человека, получается, он меняет это свое место обитания, вот этот ореол, и как бы автоматически убираются триггеры. И вот тоже так возможно, когда при переезде человека, вот у него он переключается от своего расстройства. Такие вещи тоже могут быть. Ну, как правило, мы свое место жительства не можем изменить, когда мы захотим. Поэтому приходится все это отрабатывать по месту своего жительства, затирать эти триггеры. Триггеры, понимать, что с тобой происходит, понимание, что с тобой происходит, ты получаешь ответы, и так постепенно убирается страх. Убирается страх, отрабатываются, затираются триггеры. Но это я вам так быстро рассказываю. На самом деле эта работа очень не быстрая, это работа постепенная. Перетренировать мозг не очень-то такая быстрая процедура. Потому что особенно когда мы в этом состоянии, человек находится, чем больше времени он находится в этом состоянии, тем сильнее у него укореняются убеждения. Убеждения, то есть вот его трактовки ситуации, вот эти триггерные ситуации, и они укореняются в мозгу. Чем сильнее укореняется это все, тем тяжелее это все как бы вырвать с человека. Тяжелее его переобучить, то бишь ему тяжелее переубедить себя, поменять вот эту нейронную связь, потому что мозг наш на самом деле он очень пластичен, он хорошо тренируется, но он ленивый на перетренировку. Он хочет все время жить по-старому. Он хочет думать по-старому. То есть вот мыслить своим вот этим тревожным мышлением. Он так привык, ему так удобно. Ему-то удобно, но неудобно нам. И поэтому наша задача стоит изменить это мышление. То бишь путем перетренировки мозга. Мозг перетренировывается как из моментов это убеждениями и поведением. Вот это два таких момента со всей цепочки. И поэтому он зачастую даже при сильном расстройстве, есть такой термин «голова в голове», когда у человека в голове появляется некий голос, который начинает им управлять. Вот эти голос называются обсессии, то бишь навязчивости. И даже есть такие моменты, я думаю, они будут нередко, что человек зачастую начинает слушать эти обсессии и повиноваться им. Вот в голове у него говорит голос: иди туда. Он туда идет, сделай это, он это делает. Как бы получается вот такое управление вот этим появившимся голосом, управление человека вот этим появившимся голосом. И человек начинает ему подчиняться. Спасибо. Это моя жизнь. И человек начинает... Спасибо, что пишете, конечно, но вы, наверное, преувеличиваете мои возможности и мои как бы способности. Вот. Так, про голос. И вот когда появляется у человека вот эти... некий голос в голове, и там, поверьте мне, там реально у человека второй голос.
второй голос, и у тебя получается как бы голова в голове. Есть такой психологический термин «голова в голове». То бишь, это и есть момент, когда у человека на стрессе. Как оно происходит, я вам сказать не могу. Не смогу я вам сказать, как появляется у человека в голове этот голос. Но там происходит реальный голос, потому что я работал с людьми, и они рассказывают, что реальный голос в голове, который начинает тобой управлять. Он в реальности начинает тебе говорить, что тебе делать. И человек начинает повиноваться этому голосу. Он начинает повиноваться этому голосу, его вкручивая. И повинуясь этому голосу, получается, человек, он как бы нету рационального мышления, понимаете? Идет такой момент, как его бы мне объяснить. То бишь, там идут, этот голос говорит абсурдные такие как бы мысли, и человек повинуется этим мыслям, он как бы их слушает, их верит, и он им подчиняется, вот этим мыслям. И поэтому вот здесь важно человека научить отделять вот эти обсессии, как бы не верить им, не слушать их, эти обсессии. Вот этот момент, он встречается как бы часто при ОКР, ампульсивно-компульсивном расстройстве. И уже ОКР, я думаю, тоже делится на разные уровни. Легкое там ОКР, когда там пару у человека навязчивых мыслей, оно отрабатывается. А вот когда уже у человека появляется голос в голове, то там уже сложнее, потому что человек, даже зачастую не подозревая этого, он идет по повелению этого голоса. Вот. Вот, и там, да, там тяжело человеку, самому ему нужно разобраться в себе, ему объясняешь, чтобы он смог вот отличать эти обсессии, вот эти навязчивые, он мог учить его определять эти мысли, спорить с этими мыслями, не слушать этот голос, не повиноваться этому голосу. И вот это все нужно объяснить и как бы научить человека, чтобы он смог сам вот это различать. Да, выйти с этих состояний, в которых мы находились, нелегко, я вам сразу скажу. Если кто-то рассчитывает на легкую прогулку, то и зачастую люди халатно к этому относятся, они просто не представляют, насколько вот это сложно выйти из этого состояния, особенно когда ты находишься очень глубоко, ты просажен, когда у тебя настолько все, вот ты оброс этими всякими вещами, там, симптоматикой, навязчивостями, ошибками в суждениях, в мышлении, когда у тебя вот этот полностью букет, это настолько сложно в этом разобраться и с этим справиться, много приходится выдерживать чисто болевых ощущений. У меня очень долго были эти болевые ощущения, и у меня уже выработался какой-то такой даже, вот есть высокий уровень болевых, как бы выдержки болевых ощущений, и низкий уровень, то у меня уже, наверное, он был, ну, как бы я адаптировался, вот тебя постоянно ломает, у тебя постоянно болевые ощущения, тебя постоянно крутят, у тебя постоянно с тобой что-то происходит, то у тебя какие-то такие галлюцинации немного, кружки там, что-то плывет, тебя ломает, крутит. И вот это с разным интервалом, с разной силой, с разной, как бы скажем, мощью этой силы тебя вот немного отпускает, потом усиливается. И вот у тебя постоянно то мысли, то психосоматика тебя ломает, то какие-то дереализационные вещи с тобой происходят. У тебя вот это страхи, у тебя паника, вот, тебя колбасит,
трясет. И вот это все меняется постоянно, то одно, то другое, то третье, то четвертое. И у тебя вот такое ощущение, ты постоянно находишься в состоянии, ты постоянно находишься в таком в состоянии, как бы вот подобрать такое слово, чтобы более подходило к описанию этого состояния. Вот модное такое слово, говорят, трэш, в постоянном трэше ты находишься, вот, наверное, да, вот в постоянных этих всех, блин, в этой паутине постоянно ты варишься, вот в этой каше, в этой паутине, вот эти с тобой вещи, и тебе кажется, что вот этому конца края нету, да, зачастую люди, вы будете, могут проживать даже пол своей жизни в этом состоянии, пол жизни проживать в этом состоянии. Туман может быть симптомом депрессии. Мозговой туман — это не симптом депрессии будет, а это будет тревога. Это будет такой момент, как бы один из моментов, ну, можно сказать, немного как бы дереализации. Это наш мозг, он может как бы вот защищать от этих болевых там ощущений, вот понимаете, вот у меня было в голове такая дикая боль, вот у меня такой тревожился мозг, что все кажется, вот он лопнет как бы, вот, и поэтому, ну, такие специфические идут защиты, я думаю, там работают какие-то химические составы, понимаете, вот эти воздействия на туман в голове, вот на такие вот эти всякие ощущения, там оно все в сцепке будет работать, как и болевые, так и когнитивные вот эти искажения, потом у нас есть там нейронные связи, а наш мозг далеко не изучен до конца, его еще там изучать, его возможности там очень большие, поэтому это уже какие-то у нас там, ну, происходят такие специфические вещи, скажем так, где, ну, связанные разные параметры будут. Там оно, поймите одно, в этом расстройстве не может быть чего-то одного. Например, чтобы сказать, вот туман в голове — это воздействие химического состава. Да, это возможно воздействие химического состава, это как одного из компонентов. Там одного из компонента, но там может быть ряд вещей, которые на это воздействуют, понимаете? То бишь, вот вы пишете, может ли быть симптом мозговой туман симптомом депрессии. Еще поймите одну вещь. Тревога, она одна не ходит. Одна не ходит, у нее в связке будет и депрессия ходить. Только дело в том, что депрессия, она будет скрыта за тревогой. За тревогой. Вот люди, которые со мной работают, вот они сейчас понизили тревогу, страх понизили, и все, и ты выходишь на депрессию. Когда у нас сильный страх и тревога, мозг, мы сфокусированы на этой тревоге. И вот этот уровень страха и тревоги, он перекрывает депрессию. Депрессия как бы прячется за шторкой. Вот представим, что она за спиной у нас стоит. Вот я — это страх и тревога. Вот я на первом фоне стою. А депрессия, она как бы, оп, у меня спряталась за спиной. Но когда я понижаю страх, вот, и тревогу, вот, представьте, я как бы понижаюсь, и все, из-за спины раз появляется депрессия. То есть, все, мозг переключается на депрессию. Что такое депрессия? Сейчас попытаюсь вам объяснить. Мы, когда находились в тревоге, то есть это постоянный момент опасности. При постоянном моменте опасности у нас понижается уровень серотонина. Мы не получаем радости, мы все время, у нас в нашей трактовке опасность, у нас все время опасность и радости нету. Вы, если сейчас я вам задам один вопрос, и вы как бы себя проанализируете и вспомните,
то вы даже не вспомните, когда вы последний раз смеялись. Вот если я задам вопрос, когда вы последний раз смеялись? Сейчас вы начнете вспоминать и придете к какому-то далекому прошлому. Там где-то может еще молодость, юность там. Вот где-то вы там будете. И вы в реальности, вот за все, кто там год, кто 5 лет, вы ни разу за это время не смеялись. А если мы ни разу за это время не смеялись, мы не получали радости, понимаете? У нас не было таких моментов, где бы у нас был эмоциональный такой подъем радости. То есть вот когда говорят, у человека вот он как бы летает. То есть идет, когда человек как бы летает, это идет сильный выброс серотонина в мозгу. И у нас происходит вот такая эйфория. И, кстати, вот эмоция, она как бы зарождается в районе живота, вот, когда вот, вот, здравствуйте, Татьяна, оно зарождается в районе живота, и вот она как бы тебя гонит вверх, и у тебя тут такая эйфория, выброска серотонина, у тебя радость, ты как бы летаешь, вот такое ощущение, у тебя такой легкости, ты как бы летаешь на крыльях. Чувствовала себя как в ловушке, могла заплакать на ровном месте. Ни из-за чего. Это вот да, это все психические тревожные расстройства. Есть такие моменты, как правило, это на эмоциональном фоне. Меняется как бы резко настроение, человек может заплакать. Есть такие вот. Есть в тревожном расстройстве, такое тревожное расстройство, оно называется биполярность. Биполярность – это когда у человека очень быстро и резко меняется настроение. Вот здесь человек мог хохотать, радоваться, прыгать, а потом резко бах, и он падает в депрессию. Вот, это относится к биполярности. Но я вас не пугаю, у вас не биополярность. Это все работает как бы, психическое наше расстройство. Вот тревога, когда вы можете резко тоже быть такой момент перепада. То бишь такого момента плаксивости, как бы сказать. Вот. Так, на чем-то я остановился. Да, я остановился, да, на серотонине. Вот, вы вспомните, когда вы последний раз смеялись, и если вы будете вспоминать, то вам как бы тяжеловато будет в временном промежутке вспомнить, потому что это было очень давно. Потому что при тревожном расстройстве, тревожно-депрессивном, мы постоянно находимся как бы в боевой готовности. Мы постоянно находим стрессовой ситуации. Это у нас происходит круглосуточно. Круглосуточно. Даже когда вы спите, у тревожного человека сон поверхностный. У тревожного человека не может до конца как бы мозг отключиться, отдохнуть. Ты вроде бы спишь, даже зачастую вот меня вырывало со сна. Несколько раз за ночь тебя вот вырывает, ты как бы резко так вот просыпаешься, это идет всплеск тревоги. То бишь тревога, она варьирует, и на всплеске тревоги тебя вырывает со сна, у тебя высокий уровень тревоги тебя берет страх. Я помню, бежал в ванну, начинал ее мыть, и ты как бы раз, ты немного отпускает, потом снова пробуешь заснуть, но все равно ты спишь. Вы будете, у многих, у вас будут такие моменты происходить как ночью, так и днем, когда вы лежите, например, у вас будет дергаться произвольно рука, нога, голова даже может дернуться, глаз дергаться может, потом идут пульсации по телу мышц, вот такие в одном месте так вибрируют, потом оно в другом месте, на руке, на ноге, на животе, на груди, такие вот, как бы быстро-быстро мышца так вот дергается, как бы, и вот эти
именно подергивание частей тела, вот тоже происходит. Ты, я лежал, лежал, потом ни с того ни с сего, бац, у тебя рука так дрых, она как бы подпрыгивает, точно так и нога дергалась, вот. Иногда головой как бы ты как бы раз вот, это непроизвольная такая пульсация нервной системы, то бишь мышцами как бы управляет нервная система, и когда у нас разбалансирована вот эта нервная система, вегетатика это, вот происходят такие непроизвольные вещи, вот этих дерганий, вибраций вот этих мышечных, вот такие вещи происходят у нас. Так, поддержите, пожалуйста, эфир, там, где лайки, где пальчики поставьте. Дело в том, чем больше YouTube будет видеть вот этих всех там комментариев, лайков, тем он больше доступ дает людям, потому что на данный момент в YouTube не может войти больше 25 человек. Он просто не пускает людей. Он не пускает людей. Он только начинает пускать, если видит, что канал активный, что да, и подписчики подписаны. Он все анализирует, анализируя вот эти вещи, он тогда начинает давать доступ, чтобы другие люди увидели этот канал. А так он его как бы прячет, понимаете, как это вот устроено. Поэтому, кому нравится, кому не тяжело, пожалуйста, да, поддержите таким способом канал. Так, но бывает, и ничего не хочу делать, ни домашние дела, ни мотивации. Так, Эльмира, смотрите, отвечаю на ваш вопрос, последний вопрос. Проанализируйте, это депрессия, либо такой момент бывает, как бы лени. Вот здесь важно понимать. Это вы увидите по себе. Депрессия, она как бы давит. Она вот внутренне давит, и могут быть еще негативные мысли. При такой уже просаженной депрессии мысли они стопроцентные. Навязчивые мысли, вот эти негативные мысли, там такие мысли, как ты не справишься, ты не сможешь, да ты сдайся, да у тебя ничего не получится, все закончено, все как бы вот жизнь закончена, и ты реально не видишь завтрашнего дня. Лень. Ну вот, лень — это другая вещь, это не депрессия. Но, Эльмира, иногда лень тоже бывает полезна, понимаете? Иногда нам тоже надо полениться, полежать, как бы ничего не делать, вот как бы делать то, что ты хочешь. Если это приносит радость, то можно ничего не поделать. Просто поваляться, полежать. Вот зачастую, да, вот тебе просто не хочется ничего делать, хочется отдохнуть, полежать, там сериал посмотреть. Поэтому, Виталий, здравствуйте. Поэтому в этом плохого ничего нету. Себя все время как бы подстебывать и постоянно держать в таких, как говорят, ежовых рукавицах, тоже не есть хорошо. Как говорится, всего нужно в меру. Поэтому, если хочется вам поваляться, полежать, то можете спокойно поваляться, полежать. Так, еще какой вы мне вопрос? Как в ловушке могла заплакать, наверное, так. Добрый вечер, может, я и на выходе, да теперь депрессия, да. Добрый вечер, может, я и на выходе, да, теперь депрессия, да. Мало смеюсь, на симптомы не обращаю внимания, в любые места хожу, значит, серотонин нужно вырабатывать. Вырабатывать, да, психологи, как... Вырабатывается как бы серотонин, как все психологи советуют. Они советуют, то бишь это работает, это хорошее воспоминание. Воспоминания дают выработку радости, серотонинчик. Потом места, где приносили, те места, которые связаны будут с вашими воспоминаниями, где вам было хорошо. Вот ходить по тем местам, делать те дела, которые приносили вам радость. Потом вот природа, да, хорошо помогает. Но я пришел к другой вещи. Я начал его активировать.
осознанно, без всяких вот этих мест. Я просто начинал как бы вызывать у себя эмоцию радости. Это не сразу получится. Эмоцию радости и учился смеяться по-новому. Я знал, как работает мозг. Я начинал, включал мультики и начинал вот просто с улыбки. Вот просто натягивал. Я смеяться не мог. Я реально не мог смеяться 10 лет. Я разучился смеяться, я все это начинал по-новому. Я садился, вот так натягивал улыбку, и уже чуть-чуть, если присмотреться, уже чуть-чуть поменяется настроение. Чуть-чуть, потому что мозг считывает тоже твою эмоцию. То есть эмоция – это вот наша улыбка, лицо. То есть не эмоцию, а нашу мимику. И я это все понимал, как устроено. Я начинал как бы улыбаться, потом ха-ха-ха, вот так я начинал, ха-ха-ха. Через 2 недели я вернулся в детский смех. Я уже хохотал на весь живот, у меня все прыгало внутри. Все мышцы мои прыгали, в животе прыгали, через 2 недели я уже хохотал как бы от радости. Я с депрессией расправился, например, за 2 недели, где-то от двух-трех недель, я уже вышел с такой, я вам скажу, тяжеловатой депрессии. Что такое тяжеловатая депрессия? Это когда я уже ложился. Я уже практически ложился, меня захватывали негативные мысли. И я уже как бы еще пробовал вставать, но уже дело шло к тому, чтобы вот лежать и все. И у тебя вот эти мысли, тебе так плохо. Это тяжело передать, кто не был в депрессии. Это такая, это не боль. А тебе вот внутри, тебе так плохо, что жить не хочется. Вот просто, да, начинают тогда, вот уже по одной приходили суицидные мысли. Тебе вот, это вот внутреннее такое состояние, это не болевое состояние, это вот внутреннее тебе такое состояние, тебе так плохо, но что просто невыносимо. И почему люди, которые тебя окружают, они не могут этого понять? Потому что тебе так плохо, плохо это чувство. А чувство, его невозможно рассказать, его тяжело описать, это чувство. Это кто этого не испытал, тому это не понять, понимаете? И вот я вот с этого состояния, вот с этого состояния, я помню, что когда вот я начал КПТ, это тренироваться КПТ, мне... Мой учитель объяснил, как работать с мыслями. Я 3 суток выбрасывал мысли. Вот она идет одна за одной, я их выкидываю. Вот это 3 суток. Вот, представляете, каждую минуту приходила мысль. Каждую минуту. Вот она одна за одной. Одна за одной я ее выбрасываю. Негативные мысли шли одна за одной. Вот одна за одной, одна за одной. Вот их я убрал за 3. Вот этот поток, который шел, одна, вот они как-то одна, вторая, я их вот выбрасываешь, вот как-то сбрасывал их, выбрасывал с головы как бы. И вот примерно потоком они 3 дня, вот 3 дня, но я запомнил одну вещь, что не ложись и не садись. Вот это я как-то усвоил анализом по себе, потому что я когда садился, либо ложился, все, это было невыносимо, они тебя полностью захватывали. Они тебя давят. Вот в чем дело. Когда они приходят, они тебя просто подавляют. Они тебя просто подавляют. Вот кто-то, Татьяна написала, мыслям кыш. Поверьте мне, там ты даже слова не успеешь сказать «кыш». Там они одна за одной у тебя идут. Это «кыш» вы можете сказать, когда у меня уже потом они стали по одной приходить. Вот одна появится, да, я ее как бы оспаривал, по-моему. Я ее уже тогда начал оспаривать. Вот, ты не сможешь, я смогу. Потом там через 5 минут там следующее или через какое-то время... А когда они у тебя идут вот так, ты даже ничего сказать не можешь, потому что они потоком идут. Я только успевал их с головы, вот как на конвейере выкидывать. Вот я как бы их сбрасывал. Вот она заходит, я сбрасывал. Вот как я раньше рассказывал про листики, я как бы сбрасывал их, выбрасывал. Ты вроде бы что-то и делаешь, я тогда помню точно.
что я старался быть на улице. Мы как-то с семьей выезжал, я брал семью в выходные, выезжал. Это, по-моему, на выходные вот такой момент уже попал. Я ехали в лес, там я палил костер, чего-то делал. Вот ты чего-то делаешь, но у тебя они постоянно идут. Они у тебя, ты постоянно с ними воюешь, работаешь. Ты постоянно с ними работаешь. Это настолько тяжкий труд, понимаете? Вот ты, например, прополол землянику на даче, либо картошку, сел, отдохнул, на солнышко посмотрел. А здесь нету такого момента. Здесь тебе нужно постоянно. Я еще часто думал, ё-моё, болит эта рука, блин, укол сделал, тебе легче стало. А голову не отрежешь, ничего с ней не сделаешь. Вот они идут. Вот такие вещи происходили, тебе как бы, как вам сказать, тебе просто не остается выбора. У тебя другого варианта просто нету. Либо они тебя захватят, либо тебе нужно все время с ними работать. Вот такие вещи происходили, да. Вернусь к выработке серотонина. Я понимал, как устроен мозг, и я знал, что нашим серотонином управляет эмоции, то есть мысли, а от наших мыслей идут эмоции, как бы. И я, то бишь, на выработку химического вещества, так как кортизола, так и серотонина, влияет эмоция. Кортизол наш вырабатывается от страха, то бишь страх, нам страшно. Мозг дает команду, то бишь страх — это эмоция, дает команду через нервную систему, вот через нашу тревогу, он дает команду нашим надпочечникам, и надпочечники выбрасывают кортизол. Кортизол — вот это гормон стресса, гормон страха. А серотонин — это гормон радости. И я понимал, что страх как бы это эмоция кортизола, а смех и радость — это эмоция серотонина. То бишь смех, радость и такое вот я называю вдохновение, когда ты вот такой эмоционально делаешь такой эмоциональный всплеск, и у тебя сразу происходит как бы выброс серотонина в мозгу. То бишь, больше его количество. И от этого человек Александр. И вот от этого, Татьяна, отвечу, сейчас секунду расскажу. И от этого у нас выбрасывается серотонин, это гормон радости. И у тебя сразу как бы поднимается настроение. И я понимал, что серотонин вырабатывается эмоцией. И я начал учиться, то бишь тренировать, осознанно вызывать у себя вот эту внутреннюю эмоцию, вот такой радости, вдохновения. И я ее оттренировал до такой степени, что меня уже, когда ты с такой относительно тяжелой депрессии выходишь, то ты в такие качели попадаешь, вот в качели, у тебя... То раз нормальное настроение, потом у тебя как бы депресничок просаживает, вот оно у тебя подавленность такая, ты снова себя как бы выравниваешь, и вот ты как бы на такой волне, как бы на качелях, и я вытягивал вот этим, выравнивался вот именно активацией серотонина. Я тогда становился, либо специально хохотал, вот говорят, смеется дурачок из ничего. Вот примерно я был такой дурачок, я смеялся из ничего, потому что я понимал, как работает вся эта система у нас внутри, вот мозг, и что, чтобы мне выровняться, мне нужно посмеяться. И я начинал хохотать, вот ни с того ни с сего, я начинал просто ха-ха-ха-ха-ха-ха и хохотать, и я тогда выравнивался. Точно так, я помню, выходил, идя на работу, погода такая мерзкая была, дождь такой, вот слякоть, осень была, так глубокая осень, все такое серое, мшель вот эта, погода никакая.
Я выходил, меня просаживало в депресничок, вот меня просаживало. Я выходил и говорю, какая классная погода, я в себе так эмоцию вызывал, какая классная природа, какая классная погода, как жизнь классная и хороша. То бишь, это такой момент, я на плохую погоду говорил, что она классная погода, то бишь, это как момент обмануть мозг. Я его обманывал, и еще есть такой момент, сейчас попробую сформулировать, это почему говорят одну и ту же ситуацию, но ее можно по-разному отреагировать, вот эту ситуацию. Вот этот момент, вот с природой разберем на этом моменте, когда я выходил с этой погодой, то бишь я радовался этой погоде, а если бы, например, вышел другой человек, он бы сказал, сам бы себе подумал, ой, какая плохая погода, ой, какая ненастная, вот эта серость, ой, как плохо. И все, и он бы себе понизил серотонин, а я наоборот повысил. То бишь, все зависит от нас, как мы воспринимаем ситуацию, с какой эмоцией мы воспринимаем ситуацию. Скорее, вы как бы сформулирую вот так я, с какой эмоцией мы воспринимаем эту ситуацию. Вот. Так, сейчас отвечу на вопросы. Так, здравствуйте, здравствуйте. Потихоньку подключаются люди. Так, скажите, почему часто бывает, что так будто вся кровь концентрируется в лице? В лице жар такой сильный, но при этом лицо не красное. Это может быть, да, это симптоматика ВСД. При вот этом расстройстве у вас может лицо гореть, руки, там что угодно, там такие вещи происходят, там что угодно может быть. Почему оно горит? Возможно, это как бы, смотрите, наша нервная система, она сообщается как бы через как электрические проводники. Вот у нас в мозгу нейронные связи, это как бы электрическая сеть. Вот представим себе, вот даже там в фильмах показывают, когда вот такая паутина напряжения, там подключают, например, напряжение, и вот такая сеть, она горит такая. Вот точно так у нас в мозгу электрическая сеть. Вот она, это электрическая сеть. Вот наше мышление, нейронные связи, это электрическая сеть. Точно так у нас происходит вот... наши импульсы идут через нервную систему, то бишь нервная система, сообщения через нее, я думаю, идут электрическими разрядами, как бы, вот так я пишу. То бишь это тоже такая электрическая сеть, и вот, возможно, вот если мы включим электрическую сеть, провода подсоединим в розетку, то провода будут нагреваться, верно? Вот. То я предполагаю точно так, вот горит у нас, например, тело, лицо, то бишь от этого электрического как бы напряжения, от нашего напряжения, вот и происходят вот такие тепловые ощущения, тепловые эффекты. Вот почему у человека как бы есть руки потеют, ноги потеют, как бы вот. Ну, там как и от этого может быть, также и какая-то химическая реакция нашего организма вот на эти вещи, понимаете? Так, добрый вечер, Александр. Здравствуйте, Татьяна. Так, Ирина, спасибо. Так, какие еще есть вопросы? Но я же лень. Так, Эльмира, но на я же в семье. Я думаю, вы хотели написать, но я же в семье. Я думаю, у вас есть такой момент перфекционизма. Если у вас в вашем мышлении такие слова, либо мысли «я должна», «я обязана», встречаются вы такие мысли в вашем мышлении? Применяете ли вы такие слова в своем обиходе? «Я должна», «я обязана», либо вы так думаете? Есть такой момент?
Так, ну ладно, Эльмира, будем ждать вашего ответа. Я вам задал вопрос. Я думаю, что у вас где-то вот с этим и связано, что я же в семье, то бишь вашей трактовки, что я должна все время работать, как бы обслуживать семью. Так, ну да, немного. Вот, видите, я по вашей фразе нашел у вас ошибку. Ошибку такого, это называется ошибка в суждениях. Люди зачастую попадаем мы как один из моментов вот в эти расстройства, это сформировав неправильное у себя убеждение. А неправильные убеждения, они вызывают тревогу, они вызывают напряжение. Поэтому вы как бы и хотели полежать, но у вас уже есть такой момент напряжения, потому что у вас убеждение, что я должна в семье постоянно чего-то делать. Вот у вас вот такая трактовка, вот такая идет трактовка. И вот эти убеждения я должна, я обязана, когда человек сам себе их говорит, мозг их воспринимает буквально, и он не видит другого решения ситуации, понимаете? То бишь, скорее другой исход, другое поведение этой ситуации для него неприемлемо. И он сразу начинает тревожиться. Вот сейчас объясню на примере. Вот когда человек себе говорит, например, я должен там работать, я должен там заработать денег, он старается, работает, но нужно понять одну вещь в жизни, что в жизни не бывает ровненько, не бывает всегда, всегда хорошо. В жизни как у нас получается? Подъем упал, то бишь жизнь, она вот такая у нас, вот такая. Где-то плохо, где-то хорошо. И вот она у нас вот так проходит. А когда мы себе используем неосознанно вот эти мысли, я называю паразиты, то мы у себя укрепляем убеждение такого момента, что только так и никак по-другому. И если у тебя не получается, то все, ты автоматически попадаешь в напряжение, в тревожность разного уровня. И люди зачастую этого не понимают. Вот. И поэтому эти мысли нужно осознать, как бы осознать вот эту ситуацию и убирать, оспорить эти мысли, то бишь не мысли, а поменять убеждение, что я как бы буду работать, но отдыхать-то мне тоже нужно. Вот понимаете, оно как бы я буду делать, но и это мне тоже надо, и как бы я готовый к этому. Я буду делать, у меня получится, то бишь я буду как бы стараться, чтобы у меня получилось. Ну, а если не получится, ну и ничего страшного, получится другой раз. Вот здесь момент как бы цели и второй момент принятия того, что неизбежно, понимаете? Как вам объяснить? То бишь выбираешь момент как бы и так, и так, и так, и так. Я готов, чтобы у меня и так получилось, и так получилось. И тогда, когда вы вот это осознаете и поменяете свое убеждение, у вас пропадет тревога. Ваш мозг, вы ему объясните, и то бишь путем замены убеждения. И уже когда вы захотите отдохнуть, вот как вы говорите, лень придет, то вы уже не будете тревожиться. У вас не будет, вы как бы вроде бы я отдыхаю, но почему у меня волнение внутри? Почему меня что-то сверлит там, что я не могу расслабиться? Понимаете? Вот. Поэтому вот здесь нужно, есть такой бланк тестирования, не тестирования глубинных убеждений, а как бы ошибки в суждениях. Там 10 ошибок
в суждениях, сейчас, секундочку. Вот там 10 ошибок в суждениях, и вот их путем анализа, вот когда ты читаешь, вот если человеку дать этот список, он читает, и в себе он через эту таблицу находит ошибки в своих неправильных убеждениях, в своих суждениях. И вот так потом путем оспаривания, осознавания, осознанности вот этого, ты исправляешь эти ошибки в себе. И когда ты эти ошибки в себе исправляешь, вот тогда к тебе и приходит вот этот спокой. Ты убираешь вот эту тревожность. Потому что наша тревожность, это все идет от нашего мышления, от наших глубинных убеждений, от нашего поведения, реакции на какие-то ситуации. То есть учиться нужно уметь реагировать правильно на ситуации, чтобы не переживать, не корить себя. Также вот есть такие, да, ошибки, вот навешивание ярлыков. Когда у человека что-то не получилось, и он начинает неосознанно на себя вешать ярлыки. Ой, я плохая, ой, а почему я такая калека, а вот у меня не получилось. А вот это нельзя, себе говорить. Есть даже, можете посмотреть, Петр Гиряев, там и говорится, всегда думайте, что вы себе говорите. Потому что слово, человеческое слово, оно имеет очень большую силу. Большую силу. Даже в нашей речевой структуре есть, даже в нашей речевой структуре содержится, генетическая как бы память, генетическая сила в человеческой структуре. Поэтому, когда мы себе что-то говорим, то мы можем себе как помочь, но так мы можем себе и навредить. Слово имеет очень большую силу. Поэтому, а чтобы уметь с собой разговаривать и знать, что себе говорить, нужно быть как бы умным, грамотным человеком, то есть интеллектуальным, понимаете? Поэтому не скажем простыми словами, не говорите себе бы что. Когда вы, что такое говорить себе? Это когда вы слова предназначаете себе. Вот я плохая, там, ай, дерево какое-то ерундовое. Вы как бы слово предназначаете дереву. То есть не себе, а дереву. А когда вы на себя говорите, навешиваете вот эти ярлыки, вот этого не нужно делать. А чтобы вот это все понимать, поэтому вот и нужно изучать, особенно психологию. И когда человек владеет и понимает, осознает, как это все происходит, вот тогда человеку и жить легче, понимаете? Ты осознаешь, ты не тревожишься, ты за ерунду какую-то там не волнуешься, ты умеешь все принимать, ты как бы ни от чего там учишься не отпираться, ой, я не могу, вот это мне, вот это, учишься не завидовать. Вот там много разных таких вещей происходит, это быстро так все не расскажешь, потому что психология дело тонкое, как в фильме «Белое солнце», помните, пустыня? Эх, Петруха, Восток, дело тонкое. Вот так и психология, это дело тонкое. Вот, поэтому, так, задавайте еще вопросы, какие есть. Я отличаю лень от депрессии. Вот, так, когда нет энергии, делать это депрессия. Нет, Татьяна, когда энергии нет, это делать, вот это... Как вам, ну, про депрессию уже рассказал, и зачастую люди, они путают, как вам сказать, грусть, вот, лень. Зачастую они это трактуют как депрессия, как бы они относят это к депрессии, но это не депрессия. Если человек там погрустил, поленился, там день, два... В этом страшного ничего нету, потому что
Депрессия, она не приходит в один день. То есть в один день упасть в депрессию — это невозможно. Депрессия — это тоже как бы определенный временной промежуток, чтобы войти в депрессию. Это нужно некое количество времени. Это не день и не два, и не час, там, понимаете. А это туда вкручивается, там, я думаю, наверное, месяцами. Месяцами ты вот идешь к этой там депрессии постепенно, постепенно, постепенно. То бишь, скажем так, если человек грустит, скажем, там он неделю грустит, потом вторую неделю, потом третью, четвертую, постепенно у человека падает серотонин. То бишь, человек не радуется, мозг думает: ага, хозяин не радуется, не радуется, значит, ему этот серотонин столько не нужно. Он его начинает уменьшать, он его меньше вырабатывает, человек дальше грустит. Он его вот столько же, мало, 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 меньше, 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 меньше. И все. И вот так человек постепенно, 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 постепенно скатывается в депрессию. То есть это временной такой промежуток скатывания вот в депрессию. Это не за день и не за два происходит. Про страх, про Татьяна, да, извините. Страх поездок, смотрите. В психологии везде используют такой термин: боишься собаки — иди к собаке. То бишь, страх, нужно идти в свой страх. Почему? Сейчас объясню. У вас страх — это закреплен у нас в мозгу, некий опыт, страх, да? Но когда мы проходим, то бишь идем в эту ситуацию, в которую мы боимся, мы ее выдерживаем, у нас страх. Страх вызывает тревогу, мы терпим. У меня было, вот, кстати, вот это все связано. Вот у меня был страх ездить на всех общественных транспортах, страх жары был, солнца был, и страх остаться одному дома. Вот у меня было три страха. Но вернемся назад. Вы входите в свой страх, то есть вы заходите, как бы поездка, заходите в маршрутку. Вы поехали, проехали одну остановку, вы терпите, выдерживаете, 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 вышли. Следующий раз дальше можете ехать. Либо, если сможете выдержать, то вы терпливаете до конца, как бы, и мозг с каждым проходом, вот этот рептилоидный мозг к нашему, наверное, как вам сказать, ну, несчастью не буду говорить, но к нашему, блин, вот не могу слово подобрать, ну ладно, скажем, к нашему несчастью, он тренируется только через проходы. Что такое проходы? Проходы — это ситуация, которой ты боишься, но ты туда идешь. И только так рептилоидный этот мозг, он получает новый опыт. Когда мы не начинаем паниковать, а мы как бы вот замираем, как вот есть такое рептилоидная ящерица. Вот она при опасности, она падала и лапки так кверху, бац, и все, она замирала. Вот с такой позиции идите в страх. Да, у вас будет возникать страх, мозг будет тревожиться, у вас тревога, но вы терпите, вы туда идете осознанно. Вы идете осознанно, потому что вы теперь уже знаете, для чего вы туда идете и как это работает. Вот, понимаете? Так, секундочку, извините. И как это работает? И вот вы выдерживаете, вы терпите, вас колотит, вас трясет, вам хочется выскочить с этой маршрутки. Мозг вам, этот рептилоидный мозг, как бы, выскакивай. Вот этот рептилоидный мозг — это рефлекторный мозг. Он как бы... он думает, наверное, слово не подойдет,
Ну, вот подобрать, которое, я не знаю, ну, ладно, он думает рефлекторно, то есть работают не здравое мышление, а работают рефлексы. То бишь, вот, вы начинаете метаться, чисто вот это происходит у вас рефлекторно. Рефлекторно, понимаете, как это происходит? Это происходит рефлекторно. Это происходит рефлекторно, и почему человек, он на страхе, он не... Получается, он здраво не мыслит, он рационально не мыслит, он поддается эмоциям, рефлексам своим, он метаться начинает, у него паника, вот его этот рептилоидный мозг рефлекторный, он ему командует, убегает.